А если мы в данном случае про юмор говорим, вы с кем-нибудь знакомы из, скажем так, культовых юмористов? Да. Из тех, кто были отчасти, может быть, прототипами? Да. С кем? Я знаком с юности, с такой, с подростковой юности с Михаилом Мишиным. Угу. Я знаком, ну, в общем, так сказать, более-менее знаком с Михаилом Михайловичем Жванецким. Я был знаком с Аркадием Аркановым. Я знаком с, ну, так сказать, на уровне «Здравствуйте» и несколько раз в компаниях с Геннадием Викторовичем Хазановым. Может быть, я кого-то забыл сейчас, но просто... С кем-нибудь из них картину вы обсуждали, к слову, приходилось? Да, с Аркадием Ининым я знаком. Да, мы показывали картину, во-первых, у нас был такой один из первых самых закрытых показов. Мы звали людей из вот как раз этого цеха. Ага. И самым молодым там был Юрий Стоянов. Мы боялись, что нас совсем раздолбают. Вот. Но реакция была, наоборот, скорее какая-то такая возбужденная, какая-то скорее, ну, ненавижу слово позитивная, но какая-то, в общем, добрая. А претензий вообще не было, извини. Ну, вы знаете, конечно, наверняка они были. Просто, ну, кто будет человеку после фильма, тем более актеру, высказывать претензии? Вот, ну, актеры могли высказать претензии по поводу сценария или там по поводу света. Нет, ну, мы знаем того, примерно какие-то проблемы, которые у этого фильма, наверное, есть. А и какие мы проблемы сами, есть? Ну, я сейчас не готов обсуждать. Это, наверное, нужно обсуждать как минимум вместе с режиссером и с продюсером.